Hello, Vivi Blocks. How are you? Miss me? Of course. Of course. Я просто такой уже не просто не причесанный, не это, потому что уже все, уже можно расслабиться. Вот. Сейчас будет теряться связь, потому что, к сожалению, не везде хороший интернет. На пути. Точнее, его практически нет интернета. Просто мы только отъехали, и мы еще в Новосибирске, и еще есть на Настя. Ой, моя рыбочка-то, господи, вот мои золотые. Ой. Ай, ты поцелуй тебя. Понятно. Спасибо огромное, ты поцелуй. Ну, что не надо поцеловать-то, здрасте. Что не надо? Давайте все будем меняться. Ой, я-то вот просто я не увидела сразу. Да ничего страшного. Так, короче, мои золотые. Мы все, мы по билетам все в порядке. Ага, так, значит, еще у вас питание входит, мои хорошие. Да мы тут есть питание у нас. Давайте определимся. Давайте. Так, поехали. У нас мясная... Это... Давайте в моем купе определимся просто. Ага. Давайте, Мясная закуска. Вот Михаил нас проводит. Старая уже стала. А вообще, проводница – это отдельная история. Они очень любят меня. Такие смешные, конечно. Сразу обниматься, целоваться. Вот. Все увидели, да, как меня проводница поцеловал только что? Да, ну, они очень любвеобильные проводницы. Вот. Ой, Аленка, привет. Ты что почернила? Вот. Не стюардесса, проводница. Что означает мое тату на шее? Ну, догадайтесь. С трех раз буква Н английская. С чего она может связана быть? Вот. Ты в Стокгольме, Аленка, а там солнце. О, привет нашему Стокгольму. Он навечно у меня связан теперь с Евровидением и нашими посиделками. Вот, было круто. Вот. Привет, Стокгольму. Жалко, что. Что в этом году мы там не зажигаем. Вот. Что тут еще? Как только начнет теряться связь, вы сразу скажите, друзья, я отключусь. То я не хочу зависать. Вот. Так, давайте, что, вопросы есть какие-нибудь у вас? Давайте, пока я сегодня добрый. Просто у нас, кстати, уже разница с Москвой 4 часа, поэтому у нас уже поздняя ночь, поздний вечер. Вот. Привет, привет, и привет, и привет, и всем, да, привет. Привет, и лайки, привет, и... Ой. Связь еще пока хорошая. Испания на связи. Ну. Ты будешь где-нибудь выступать? Я выступаю каждый день, друзья. Я выступаю каждый день. Зайдите на мой сайт, у меня тур. Я завтра в Омске. Омск, Тюмень, Екатеринбург, Курган, Пермь. Это вот то, что в ближайшие дни прям. Вот. Привет фан-клубу. Общаюсь ли я с Владом Топаловым? Да. Причем прямо сейчас. Параллельно. Конечно, общаемся. Летом, да, буду отдыхать. Как я еду в Новосибирск? Я еду из Новосибирска. В Новосибирске я был. Германия на связи. Германия. Я надеюсь, что вы все помните, что у меня тур по Германии. 7 концертов в туре в конце мая и начале июня. Поэтому жду вас. Жду вас. Приеду впервые. Очень бы хотелось концерта в Украине. Да, к сожалению, видите, как у нас сейчас ситуация какая сложная. Кого-то впускают, кого-то не выпускают. В общем, сложно все. Дайте нормализоваться ситуации и обязательно. Я передаю привет всем своим украинским фенам, всем, кто в Украине. Жду тоже встречи, помню о вас и уверен, что в скором времени мы увидимся.
Челябинске. Мы едем в Челябинск, скоро, да, Челябинск. Дейзи поживает прекрасно, спасибо большое. Саранск ждет прекрасно. Спой. Друзья, я только что 2 часа с лишним отпел. Пожалейте мои голосовые связки. Пою я на концертах, приходите. Друзья, читаю все ваши приветы. Спасибо огромное. Екатеринбург. Через пару дней Екатеринбург уже у нас. Жду вас с нетерпением. Мальта. Hello, Мальта. Что потихонечку теряется у нас, видимо, связь. Люди пишут, что плохо уже, да? Греция. Грузия, привет. В Грузии тоже хочу приехать как-нибудь. Чтобы выступить в Грузии. Ни разу не был. Ну, был давно. С концертом. Может, получится приехать. Питер, Витебск, Рыбинск. Все на связи, друзья, молодцы. Тула. В Минске будет, конечно, концерт в будущем году, в 2018. Так что обязательно. Спасибо. Очень много комментариев. Очень много ментов. Спасибо. Не знаю, как на это реагировать. Просто говорю спасибо за хорошие слова. Спасибо. У нас, на самом деле, тур 2017 целый год расписан, и мы до конца года гастролируем. Если вы еще пока не видели своего города у меня на сайте, то это не значит, что его нет, потому что еще пока что до июня только график мы вывесили, но уже известны города до конца года, поэтому в скором времени вы все увидите и услышите. Вот. Связь еще есть пока? Нет? Видите меня? Нет? Когда еще Омск? Завтра Омск. Когда еще Омск? Завтра. Люди, проверяйте графики. Смотрите афиши. Что же вы спрашиваете по 20 раз? Вот. Ну ладно. Все. Пока еще связь есть, пока посижу. Сегодня на ужин рис, салат. Что-то еще. Курочка, наверное. Могу на ресторан зовет. Ой, сейчас я покажу. Ну вот тут. Вот это еда. Еда. Все. Друзья, вот, хотел что сказать. Все слушайте меня. Первое, наперво. С завтрашнего дня песня Lucky Stranger стартует на авторадио и на русском радио. Так что с завтрашнего дня все включайте приемники, и она уже на этих радиостанциях. Вот. Это прекрасно. Не забываем голосовать, не забываем клип.
меня, в том числе на премии Муз-ТВ. Я представлен в 5 номинациях. Лучшая песня, лучший клип, лучшее шоу и лучшая песня на иностранном языке. По-моему, ничего не забыл. Вот, так что голосуйте, друзья, мне нужна ваша поддержка. Вот. Окей. Эти песни Lucky Stranger во всех хит-парадах, которые существуют, звонить очень-очень важно, чтобы вы поддерживали активно работы, которые мы делаем. Спасибо огромное вам за эфир. Я буду отдыхать. Впереди еще много городов. Позади много городов. Нужно восстановиться. До встречи, Омск. Онливанам привет. Маечка, Майя, привет. Маенька, привет. Ну что, мы все по городам и весим. Надеюсь, у тебя хорошо. Я еще не приезжал в Москву, поэтому даже... Сори, мы никак с тобой не стыкуемся. Я тебя целую. Передаю тебе привет. Скучаю. И мы еще споем. Вот. Всем привет передавай. Господи. Какие-то фанфары тут, песня года прям. Саша. В целях предупреждения актов незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта соблюдайте бдительность. При обнаружении забытых или бесхозных вещей, появлении подозрительных лиц, просим вас немедленно сообщить подозрительных лиц вагона, начальнику поезда или наряду сопровождения. При нахождении в поездах запрещено курить. Насчет Омска, когда Омск? Завтра! Тут прям меня не может понять. Российской Федерации, граждане, виновные в указанных нарушениях, привлекаются к ответственности. Счастливо. Не оставляйте свои вещи без присмотра. Всем привет, всем пока, до встречи, до новых эфиров, увидимся. Пока.